Военные инженеры могут все, и продолжить дорогу в чистом поле для них не проблема. И понтонную переправу наладить через болото, реки. И если нужно, террористов обезоружить с помощью саперной лопаты. Для них это вполне рядовая задача. На эти показательные выступления жители Белой Калитвы смотрят очень внимательно. Вся жизнь их очень близко связана с рекой Северский Донец. А значит, военные инженеры для них совсем не чужие люди. Если что-то случится с рекой, они первые придут на помощь. Я хочу вам всем пожелать от лица подчиненного мне соединения инженерной бригады, которая расквартирована в Каме-Шахтинске. Вот. Пожелать вам всем крепкого здоровья, самого-самого большого счастья, бесконечной удачи. Ну и, конечно же, чтобы никогда мы с вами больше не видели войны, чтобы только было над нами мирное небо. Конечно, инженеры не могли не продемонстрировать последние образцы вооружения и механизмов, применяющихся в их войсках. Причем экспозиция разместилась прямо на понтонах, которые навели в городском парке. Представлены новые образцы инженерного вооружения, машина разминирования, бронемашина «Тигр». Далее средства механизации, погрузочных работ, земляных работ, то есть экскаваторы, краны автомобильные. То есть все 2020-2021 года выпуска. В рамках акции «Сплав памяти» военным инженерам из Камень-Шахтинска предстоит пройти еще много километров по Донским рекам. Посетят они Усть-Донецкий район, Константиновск и Волгодонск. Завершится акция в Волгограде 22 июня. Елена Рябжанова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Белокалитвинский район.